долгих лет духовной жизни даже. И все тебе побольше. Все, спасибо. Александр Зачалский, Тарантиково. Вот действительно, сегодня можно сказать, была Тарантиково, чем для меня. Но вот мы решили живем познакомиться с этим коллективом, в таком акустическом варианте. Большое спасибо за выступление. Так очень романтично все. И закончим наш сегодняшний концерт на такой более бодрой ноте. Ну, есть такая песня «Паша с праздником». Еще раз повторюсь, сегодняшний концерт все-таки лично для меня это праздник. Но мне кажется, для всех музыкантов жалко, что у нас много участников, даже, в общем-то, ну, мало кто пришел, мало тем, кто пришел. Большое спасибо. Если мы все собрались, собственно говоря, даже фестиваль, и как в частности, и даже сотрудничество в целом, делает то, что пытается собрать все в единую, вот эти все разноцветные нити, все-таки сплести в единую ткань, как бы у всех не было, ну, у многих обычно людей все-таки больше индивидуалистов, особенно музыкантов. Но все-таки я считаю, что надо все это собирать в единую целую ткань. Ну, мы стараемся, пробуем. Вот. И поэтому я думаю, что праздник все равно у нас получается. Несмотря ни на что.